Отлично. Тебе еще многому нужно научиться, друг мой, но ты определенно подаешь надежды. Но сначала, конечно же, тебе нужно отдать мне резьбу. Это твое последнее слово? Я не желаю причинять тебе зла. Мне нужна только эта резьба. Это просто деловые отношения. Давай ее сюда. И однажды мы еще посмеемся над случившимся за выпивкой в Тайбере Септиме. Я даю тебе последний шанс. Как знаешь. Жаль, я был уверен, что мы сможем договориться. Убейте нашего несговорчивого соперника. Отлично. Тебе еще многому нужно научиться, друг мой, но ты определенно подаешь надежды. Но сначала, конечно же, тебе нужно отдать мне резьбу. Ты далеко пойдешь, друг мой. Ты умеешь не только побеждать, но и проигрывать. До встречи.
Мудрый выбор, возможно, но твоя трусость не принесет тебе уважения. У тебя руки целителя. Добрый день. Ты в курсе, кто-то осквернил гробницу Латасы? Неудивительно, что теперь там появился ее призрак. Еще увидимся. Рад видеть тебя вновь. Могу я сопроводить тебя наверх, к моему хозяину? Очень хорошо. Пожалуйста, следуй за мной. Охотник за сокровищами. Пожалуйста, присаживайся. Ах, да, мой друг охотник за сокровищами. Чем могу быть полезен? Да, это руины теперь известны как Малада. Тебе удалось найти резьбу? Печально слышать это. Особенно учитывая, что Марик также не доставил резьбу мне. Я хочу внести ясность. Тот, кто доставит мне эту резьбу, тот и получит вознаграждение. Меня интересует только резьба. Береги себя. Ах, да. Да? Тогда тебе я... Пока. Как? Что я могу для тебя? Прощай. Как ты сегодня? Отлично. Тебе еще многому нужно научиться, друг мой, но ты определенно подаешь надежды. Но сначала, конечно же, тебе нужно отдать мне резьбу. Это твое последнее слово. Давай. Как знаешь.
Что такое, гражданин? Рад видеть. Очень. А, охотник за сокровищами. Пожалуйста, присаживайся. Ах, да, мой друг охотник за сокровищами. Да, это руины. Превосходно! Воистину, ты обладаешь непревзойденным талантом охотника за сокровищами. Вот твое вознаграждение, как я и обещал. Конечно, стоило бы отпраздновать этот успех, но сейчас у меня есть для тебя другое задание, если, конечно, тебя это интересует. Весьма срочное. Это не совсем обычное задание, но я надеюсь, что ты все же сможешь помочь мне. У моей соперницы-коллекционера есть вещь, которую мне хотелось бы иметь в своей коллекции, но она отказывается рассматривать любые мои предложения. Должен признать, за последние годы у нас с ней неоднократно случались разногласия. Теперь она пользуется этой возможностью, чтобы мне отомстить. Надеюсь, в отличие от меня, тебе удастся уговорить ее расстаться с этой вещью. Возьмешься? Очень хорошо. Надеюсь, ты преуспеешь там, где я до сих пор терпел неудачу. Ее зовут Герминия Цинна. Она живет здесь, в имперском городе, в эльфийских садах. Она считает себя поклонницей творчества айлейдов, но, к сожалению, у нее напрочь отсутствует какой-либо художественный вкус. Как бы то ни было, ей удалось завладеть древней реликвией, известной как Айлейдская корона. Я прошу тебя достать ее для меня. Здесь более чем достаточно золота, чтобы купить ее. Естественно, по разумной цене. Возьми себе все, что останется, как вознаграждение. Известно, что эту корону носил последний король айлейдов. Ей стоило бы стать частью моей коллекции. О нем почти ничего не известно, даже его имя неведомо. Он правил последним айлейдским городом в Сиродиле во время первой эпохи, спустя 300 лет после падения башни Белого Золота. Резьба, найденная тобой в Маладе, окажется неоценимым подспорьем в моем изучении позднего айлейдского периода. Удачного тебе дня! У тебя... Здравствуй. Герминия Цинна. Увлекаюсь исследованиями древних эльфов и тайными искусствами. Чем могу помочь? Король Неналаты — это последний король айлейдов, известной истории. По-видимому, он правил спустя века после падения остальных айлейдских королевств, если можно доверять древним хроникам. У айлейдов никогда не было единого короля. В каждом городе-государстве был собственный король. Города переживали свои взлеты и падения. Король Неналаты был последним просто потому, что все остальные короли были уничтожены или вытеснены из Сиродила.
Ты хочешь купить мою айлейдскую корону? Она не продается. Ни за какую цену. Мне казалось, это уже должно быть известно Умбакану. Значит, Умбакана решил прибегнуть к помощи наемных бандитов. Если ты полагаешь, что я беззащитна, тебя ждет неприятный сюрприз. Я значительно более опасна, чем это кажется. Возможно, тебе удастся одолеть меня и забрать эту корону. Возможно. Но я настоятельно прошу тебя отказаться от этого намерения. В плохих руках корона айлейдов может быть очень опасной, а у Амбакана определенно плохие руки. Вовсе нет. Его интерес к айлейдам носит отнюдь не академический характер. Он надеется открыть секреты их магической силы. И если ты хоть что-то знаешь об айлейдах, правивших Сиродилом, это не может не настораживать тебя. Боюсь, я не могу сказать с уверенностью. Хотела бы я дать исчерпывающий ответ, но все же выслушай меня. Айлейдская корона, которую так жаждет заполучить Умбакана, не просто произведение искусства древних. Она обладает определенными магическими свойствами, это так. Но настоящая ее сила скрыта от наших взглядов. После изучения древних текстов мне стало ясно, что она является ключом к очень опасным магическим силам, которые лучше не тревожить. Да, я понимаю, он хочет получить айлейдскую корону. Но разве это должна быть моя айлейдская корона? Что, если ты принесешь ему другую корону? Из моих исследований позднего айлейдского периода следует, что в то время правил не один айлейдский властитель, а несколько. Айлейды были очень разобщенным народом, и их военачальники постоянно сражались друг с другом за власть. Их собственные гражданские войны оказали влияние на закат их цивилизации не в меньшей степени, чем восстание рабов-людей. Моя корона, та, которую жаждет заполучить Умбакана, принадлежала правителю Неналаты. Я узнала о существовании еще одной короны, захороненной вместе с последним правителем айлейдского города Линдай, соперничавшего с Неналатой. Так как Умбакана никогда не видел настоящей короны айлейдов, сомневаюсь, что он сможет отличить их. В любом случае, это тоже настоящая айлейдская корона, только не та. Я думаю, мы все сможем спать спокойнее, если вместо короны Неналаты ты принесешь ему корону Линдай. Вот, мне посчастливилось найти ключ, который понадобится тебе, чтобы войти в монаршую усыпальницу Линдай. Надеюсь, ты сделаешь правильный выбор. Айлейдский город Линдай был заклятым врагом Неналаты, города так называемого «последнего короля айлейдов». Умбакана не сможет отличить корону Линдай и Неналаты. По крайней мере, нам стоит попробовать. Я уверена, что не хочу узнать, какую ужасную силу Умбакана сможет высвободить при помощи короны Неналаты. Удачного тебе дня!